это высота. Вы усилили, мама не горюй. Блин, его конструкция, блин, Валер, это просто бомба какая-то, смотри. Ну вот, и твои пойдут брусы, ольховые, двухметровые, я их поженю в лавку, вот, и какие-то цепи надо хорошие, получается. Ну, вкручиваются насквозь, просверливаешь, вкручиваешь такие круги, и на них вешаются цепи, вот. И на шайбы. Ну, круглые эти, и на шайбы. Я думаю, может 15-ю шпильку или 12-й хватит. А сейчас посмотрим, какое тебе сверло привез. Потому что... Мне тут уже такие не надо, там уже шпильки. 10-12 вполне хватит. Да десятка тонкая будет. Как тебе кажется, она сядется с шайбами и нормально. Ну покажу я, у меня эти шпильки. Сейчас, да, и посмотрим. Пока собрано на саморезах. Конструкция качели соседки. Цена вопроса $80. Дерево, работа и хорошие отношения. Пока так. Надо пропитывать все. Надо все пропитывать, разбирать, пропитывать. Будет надежная конструкция. Лавочку сделаю. Класс.